Ученые выяснили, с каждым годом частота внезапных экстремальных погодных явлений будет усиливаться. И сравнили такие резкие перепады температур с полетами на самолетах. Чем чаще это происходит, тем сильнее это сказывается на здоровье. Хуже всего в аномальную погоду приходится женщинам, пожилым людям и тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Негативные последствия аномальных температур проявляются и в том, что молодеют некоторые болезни, например, инфаркт. Сейчас все чаще фиксируют у тех, кому едва исполнилось 30 лет.